Хейо, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру по названию The Borderlands Deeper Sequel. Ну, короче, Borderlands Deeper Sequel. Что у нас было в прошлой серии? В прошлой серии мы с вами, считайте, уже закончили полностью сюжетную миссию, да? Сюжетную часть. Так, у нас появилось какое-то новое здесь задание. Давайте его посмотрим, что здесь у нас. И отправимся в DLC. Это крутое инопланетное сафари. Привет, Афина. Я крошка Тина, а это мой старший брат Брик. Сколько можно говорить, перестань меня так называть. А говорит, ты знаешь кучу историй. Расскажи мне какую-нибудь. И о чем же ты рассказать? О смерти Нокса? О падении Нового Го... Не-не, у меня есть идея получше. Расскажи мне историю о рейд-боссе. Я понятия не имею, что это такое. Как это ты не знаешь? Твоя сестра сейчас все сама устроит. Так вот, Афина и ее три товарища отправились к внутреннему ядру Луны. А зачем мне три товарища? Я что, одна не справлюсь? Нет, если, конечно, не хочешь погибнуть. Или если ты нашла кучу супер-супер пушек. Так, прослушать объявление... Окей, у нас какое-то новое задание появилось, прикольно. Давайте отправимся. Но я сначала посмотрю, что у нас здесь. Так, новые облики. Безумная мода. Сувенир. Ну, давайте я вот эту маску, да, будем? С этой. А, нет, смотрите, она меняется где-то в каких-то моментах. Блин, она не такая красивая. Не, давайте я лучше вернусь, которая у меня была. Вот эта маска смерти. Она охерительно выглядит. Потом мы с вами договорились, что мы с вами сходим к этому мужичку и отдадим... Пипец, я подлетаю. Ну, что тебе нужно? Нам нужно с вами прокачать. У нас как раз соточка. Так как у нас снайперка сейчас очень жесткая, давайте снайперку вкачаем. Так, снайперку мы вкачали, хорошо. Теперь мне нужно пистолет прокачать. Или базук, блин, я не знаю. На самом деле, здесь такое. Спорный момент. Сколько так базука? 12, хорошо. А где патроны для револьера? Вот они. Давайте раз. Так, базука. Еще у меня остается. Ну, пускай. Так. Тебя еще на раз прокачаю. И у меня 8, да, остается. То есть. А хотя давайте я лучше оставлю, все равно мы там в основном только больше ничего не вкачу. Так, у нас безбашенность апнулась. Это очень хорошо, на самом деле. Блин, я думал, начнем DLC, но ладно, давайте выиграем вот эту миссию и пойдем уже в DLC. Эта серия будет считаться у нас DLC-шной, да, DLC-шной. Так, сначала что мне нужно сделать? Ой, стоять. А, по инвентарю, блин, нужно все пойти попродавать. Нихера у меня пушка электрическая. Так. Извините, мы продадим. Тебя тоже. Так, вот это тоже автомат классный. Так, на продажу. Это на продажу. Так, базука хорошая. Взрывной урон. Ну, давайте я оставлю. Оставлю, пускай будет. Вдруг пригодится. Требуется класс... Так, крит урон. Угу. Так, предупредительный выстрел. Подожди, подожди. Ну это херня все на самом деле. Вот смотрю по статистике, там все херня. А, да, окей. Ближайший торговый ларек. Так. Делейт. Ни хрена себе. От электрического... Так оно очень, видите, редкое.
то, что она желтая. Но у нас снежок, который дамажит хер знает сколько. Сколько ты дамажишь, снежок? 2500, а это, скажу вам, не хухры-мухры. Элизер. Самая лучшая сказка. Элизер, это там, где мы инопланетяне, это последняя у нас локация, которая была. Я не знаю, может, если у нас, типа, будет что-то долгое выйдет серия, я тогда ее закончу, и потом следующая будет уже точно DLC. А это, скорее всего, будет доп миссии, как обычно, да, у нас выходит. Так, взрывной стихийный урон наносит весьма серьезный урон всем видам. Значит, взрывной урон самый охерительный, хорошо. Обожаете взрывать врагов. Аспинов Афины. Обратите внимание на навык Ярость Богини. За этим Аспис будет так, было бы, очень долго загружается. Так, торки, ловцы. Любят закапываться, чтобы внезапно выскочить из-под земли и атаковать вас. Ух. Так, сразу... Ой, манать, мне аж на центр нужно. Можно я с ними драться не буду? Спасибо. Ой-ой-ой, фу, большое спасибо. Я думал, сейчас буду опять, как тогда, помните? Долго-долго подниматься. А, нет. Так, Афина, теперь твоя очередь. Обычно, чтобы вызвать рейд-босса, нуждается... Так. У нас орден нет. А мы лунные камни пихаем во всякие таинственные штуки. Ни хрена себе! Ни хрена себе! А мне... Все. Мне лунные камни нужны для этой миссии. Окей, рейд босс отменяется. Окей. Все, валим. Валим, валим, валим. Чтобы не заблудиться. А я думал, мы с вами... А я не знал же, что там нужны камни. Чтобы рейд босса вызвать. Теперь буду знать. Мне нужны камешки, чтобы вызвать босса. Ну тогда нам ничего не остается, кроме того, чтобы отправиться все-таки. Все-таки в доп миссию, да? Поэтому берем, нажимаем. Палуба 13.1.2. Или 1.2. И все, и вперед. Это мы будем заходить в железяку. Железяка. Нужно запомнить, что мне нужны камешки. Мне еще нужно 15 камней. Хотя я знаю, где их можно взять, но, блин, это идти фармить их. Вы можете так отмечать любые, так, любимые предметы своими снаряжения, продажи. И нужно снайпер будет до максимума вкачать. Ой, Афина! Ты едва не забыла рассказать о Лилит и остальным лучшая часть приключения. Уверяю тебя, мой отчет был достаточно. Так, реально клевая штука, которая произошла с... Так, в конце. Когда Красавчик Джи приказал вам все зайти в меня. А, ну, Афина, я так, слух. Эй, Геральт, что это за секретная записка? Что тут написано? Срочное извлечение памяти из-за робота Фрактрапа. Ах ты старый! Лиз, зачем тебе мой робот-железяка? Извини, что? Тебе нужно говорить громче. Геральт, не будем ссориться. Что сказал психолог?
Источник Эйды существует! Цифровое всемогущество! Хочу, хочу! Черт, да какого черта штука? Он спрятан там. А как же я ее оттуда достану? И знаешь, что, Геральт? Представь это мне. Представь. Эй, приходи в мою тайную лабораторию на палубу 13. Так, мы... А, да, как ни странно, 13 находится между 13 и 14 палубой. Ты разберешься. Окей, разберемся. Так, это новая локация, здесь нужно все лутать. Он плюс еще один камешек, который как раз нам и нужен будет для рейд-босса. Рейд-босса мы, скорее всего, будем убивать уже в конце. Долце. Так, что здесь у нас? Нихера мне нужно контейнеров еще открыть. Довольно много. Так. Окей, окей, окей. Мне нужно вот сюда, да? Я все еще жду здесь, и я здесь, и эй, я все еще здесь. О, на пусике. Так, снизу, да, где-то? Поверху пойти нужно. Так, здесь ничего не открывается. Ага, все. Я вот это вот не заметил, что здесь можно упасть. Это реально не заметил, это плохо. Так, а где здесь? О, можно спуститься. Так, боеприпасы у меня полные. Все, вот это, да, палуба получается? Да. Красавчик Джек. Эй, у меня для тебя супер крутая работа, если это тебе интересно. Интересно? Ха, ну конечно. Так, вот, слушай. Источник H. Умопромочительный прототип, коды доступа к этой корпорации тайны. Все, новый директор. О боже! Он нужен мне. Я должен его достать. Но это... Так, про нейротестер, прятай его в экспериментальные роботы, потому что он гад. Из-за проклятия... Так, так вот, после... Зачем здесь ты? Иди, подключайся к площадке, первым делом я тебя оцифрую. С удовольствием? А, у меня просто тихо, я думаю, что-то как-то... Слишком... А, это мне на выбор, да, куда я хочу зайти? Давайте в первую. А, блин, а там еще есть что-то? Вот тут-то, вот тут-то. Давайте я там посмотрю, прежде чем отправляться в железяку. А вдруг мы что-то очень ценное пропустим? М? А я вас уверяю, мы можем пропустить ценное. Камера определения количества и калибровки Пленный морпех забытого легиона. Грузчик. Блин, ну смотрите, они 30 уровня, а я думаю, а я выдержу? Я вот этого не ожидал. Если враги будут довольно сильны, я просто слягу. Но я не хочу подыхать. Ну ладно, отправляйся в железяку. А сейчас? Это может быть больно. Даже, скорее всего, не знаю. Это ты и мне скажи. Вау. Добро пожаловать в гиперионскую экспериментальную модель. Это что-то вроде цифрового внедрения железяка. Я подключил его к площадке. Здесь я увеличу уровень гениальности на целый триллион. Дверь? Потрясающе. Иди туда и забери администраторский пароль. Дело важное, у меня один такой. Короче, выйти из симулятора. Ой, слушайте, я туда могу залезть? Интересно.
Прикиньте. О. Бередминская. Так, пароль. Ребята, я хочу туда залезть. Слушайте. Туда, походу, можно попасть. И там, наверное, что-то будет. Я в этом даже не сомневаюсь. Поэтому давайте я попробую. А, ты не долетаешь? Или там стенка невидимая? Если там невидимая стенка, это плохо. Да не, что-то можно. Не, я просто не допрыгнул. Я не допрыгнул. Все-таки они подумали, да, что можно туда залезть, а оттуда не видно ничего. Там, блин, наверное, что-то есть секретное. Так, админский пароль. А сейчас? А теперь? Погоди, дамочка. Отправляйся в консоль и запускай мой цифровой симулятор создания железяки, если его можно так назвать. Запускай программу симулятора железяки. Ты попадаешь в симулятор разума железяки? Да, я знаю, наверное, там жуткая помойка. Думаю, это одни лишь ролики с бесконечными котиками. Но я все исправил, и теперь я создал, думаю, что ты часть его так, родного кода. Круто, да? Можешь просто войти, отдать админский пароль, забрать источник яич и выйти. Берет глупый... Так, мишка в глупого так... О, сейчас мы узнаем, что в... Важный момент. О, сейчас узнаем, что будет у железяки в голове. Более очевидным... Так, метафоры и не придумаешь. Так, хорошо. Железяка. Некрус. Погнали. Так, оружие. Джейк Бокс. Блин, я это орели, прикольно. Интересно, как железяк, прикиньте, там будет, наверное, танцевать. И мы будем слышать эту музыку внутри него. Ха, интересно, если железяка попадет внутри железяки? Нужно будет перепройти потом игру сам отдельно. И посмотреть, что было бы. Оружие торг, так, стреляет взрывоопасность с пулями. Это круто, с большой буквы. Как круто. Выстрелить по гене. Это очень долго. Почему так долго? Скажите, пожалуйста, почему так долго? Нужно будет пойти потом еще этих попытаться убить. Так. М-ка. Ладно. О, ни хрена себе, как она выглядит. И что, ты реально внутри? Вау, круто! Так значит, ты в сознании железяки, наверное, там полно цифровых так, образов его воспоминаний. И... людей и всего прочего, чем он думает. После этого моему... Так, мозгу нужно будет долгая отмывка в ванне. Хорошо, нам предлагают куда идти, да? А, то есть туда я не могу еще попасть. Хорошо. Мне только одна дорога. Да, да. Нифига себе. Это как типа данный, да, перелетает? А, это обратная типа дорога, я понял. Эй, помочь тебе... Да-да, я помогу помочь. Я отведу тебя туда, куда захочешь. В любое место. $5. Да, $5. $5 доступно все, что захочешь. $5, выбери меня, меня. $5, выбери меня. Мне 4 программы нужно кормить. Давай. У тебя. Да,
Тебе туда. Эй, помочь тебе сориентироваться? Да, я могу помочь. Я отведу тебя куда захочешь. В любом месте $5. А, где-то там. Охренеть, спасибо. Там на что? Здесь у нас ничего. Так, ладно, какие-то новые роботы. О, нифига себе. Так, урон летающим целям. Железяк-алкаш, типа. Окей. Ну, пока что такое себе, на самом деле. Опа, что-то сейчас будет. Привет! Цифровой путешественник, и добро пожаловать! Я создание железяки, а также высшие функции его ЦПМ. Ура! Центрального процессора. Приятно познакомиться. Похоже, у тебя теперь есть проводник. Ну ладно, удачи. О, пароль админа у тебя, да? Ух ты! Вот это да! Я могу показать тебе, куда именно тебе его засунуть. Нет-нет, я действительно могу показать. Так, а что тут еще есть? Подожди, пока мы с тобой не отправились, хер знает куда. Он десантировался или что? $40 всего лишь, блин, мало. Что, полетели? Робот неуверенности. Но они хотя бы дружелюбные. Ни хрена себе. А это нормально, какого они уровня? Это нормально, какого они уровня? Это ненормально. О, ошибки. Какой позор. Я не подозревал, что тут такой уровень заражения. Осторожно, мелкие. Так, мне интересно, какой лучше юзать предмет. Манать. Это жестко, ребята. Я уже просто представляю, как я буду мучиться с врагами. Если это только начало DLC, вы понимаете? Только начало. А я уже присел по ХП жестко. Ручка со взрывчаткой. Чувствую, нужно отправляться, наверное, в наш мир качаться. Мне патронов не хватит. Ну ладно, с этим я могу расправиться. Магазин. О, нихера себе здесь как работает. Ну, она херовая.
Не, лучше взрывной урон юзать. Ага. Я вас понял. Блин, это знаете, типа рекламы. Это типа баннеры с рекламами. Молод... Не, вот это вот... Для меня понятно. Что, что по еще появилось? Эта пушка классная. Нужно еще вот это будет поюзать. Так, это хилпоинты. Замечу, что очень дорого все здесь обходится. Нужно вот эту пушку будет протестить. Мне кажется, эта пушка должна быть намного лучше, чем все остальные. Сис-1 тут. И когда мы пользовались паролем, отдашь его мне. А само собой, если он больше тебе не нужен. Хорошо. Ну, здесь кто-то есть. Говорить. Тебе норма в помойке жить? Там тоже кто-то живет. Блин, нос просто чихается, пипец. Эй! Эй, Сис-1, это я. А, у меня... Я не услышал. Запрос на обработку получен. А ты кто? Кто-нибудь знает, зачем вообще я здесь нахожусь? Я профессор, и к тому же я клёвый. Полная противоположность железяки. Мне очень нравится Лилит. Я хочу очень долго ее обнимать. Кто-нибудь знает, зачем нужен... А, нужен железяка, зачем нужен? Так, мне снайперка, нужны патроны, потому что... Враги не из легких, буду честен. Эй, это я! Кто? Что тебе нужно? Странная реклама. Баннер с рекламой. Я пришла за источником H. У меня есть пароль и нет времени на оправдание. Ладно, давай его сюда. Какой позор. Источник A в банке памяти 2 в кластере РВД, и у него пометки не удалять. Так, действует администрация прав. Прошу прощения. О, нет, мой админский пароль. Тебе здесь не рады? И это все испортило? Ну, спасибо. Весь администратор пароль пропал, разве... Раз и все. Ладно, продолжим. Получить то, что тебе надо, все-таки можно, и я помогу тебе. Как? Блин, 30 уровень, ребят, это жестко. Следуй за сознанием железяки, оно приведет тебя куда-то. А потом вали оттуда ко всем чертям, ясно? Супер, что можешь быть легче. Банк памяти 2, я никогда не забуду, как я там зажигал. Если я там, конечно, был. Глава 1. Блин, ребят, ну... О, стоит, там что-то появилось. Да хорошо, давайте пока что за железякой пойдем. Он, скорее всего, нас вниз, да, приведет. Давай. А, ну смотрите, в принципе, как можно их убивать.
револьвером. Так, стоять. О, привет, Брик. Знаешь, что сводит меня с ума? Тупые шутки железяки. О, я ударю железяку. Удар. Вот и все. Все, что им у меня есть. Знаешь, что... Так, сводит меня с ума. Все хорошо. Привет. Да, я тоже очень люблю мой усатик. У меня есть подарок для тебя. Тебе понравится... Так, понравится? Подари... Дешевый что-то там. Ебать, 200! 200 камней! Да, тебе лунный камней. Ни хрена. Я золотце. Вот ты где, мой тугренок. Иди ко мне. Иди же. Ни хрена себе, блядь, 200. Манать, ребят, это ж пиздец. 200 камушков. Ну тебя нахер. Ну тебя нахер. Так, где у меня задание? Погнали. Поиск файла. А хотя, слышите, давайте мы, наверное, на этом закончим. Если вы хотите, я могу, в принципе, в следующей серии начать там, где мы были, да? Отправиться, короче, поискать эти камни. Вернуться и пойти на этот супер-квест. Как раз и апнусь. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.